Всем привет! Группа упражнений направлены на то, чтобы развивать заднюю сторону ваших мышц. Встали в таком положении и делайте махи. Сначала правой ногой 20 раз. Потом левой ногой 20 раз. Выполнили, выдохнули и еще раз 20 раз правой ногой, 20 раз левой ногой. Еще раз повторяю, каждую группу упражнений, каждый блок упражнений, который вы выполняете, нужно делать как минимум 3 подхода. Для того, чтобы укрепить мышцы и развивать их. Следующее упражнение. Все мы с вами футболисты, все вы знаете, что такое семенящий бег. Начинаем спокойно, на мысочках, не топая, чтобы соседи не слышали, что вы занимаетесь. Аккуратненько, на мысочках. Во время этого упражнения про себя считаете примерно в этом режиме до 20. Вот. После этого начинаете ускоряться. Во время ускорения про себя считаете до 10. Досчитали, потом плавно переходите на более спокойный бег. Опять посчитали до 20, потом делаете ускорение. Добрый день, ребята. Следующее упражнение. Начинаем мяч, катаем максимально и обратно, все на одной ножке. Также левой ногой, вперед, назад, вперед, назад. Баню убери руки. Упражнение. Отдаем передачу, принимаем, катаем шаг. Перекатываем обратно. Отдавай Ванечка обратно. Перенимаем, катаем шаг, отдаем обратно. Ребятки, тренируемся дома. Четвертое упражнение. Делаем перекат мяча с правой на левую, с левой на правую ногу, движение вперед. Примерно вот так. Уворачиваемся. Проходим обратно. Кончили. Пятое упражнение. Катим мячик на себя правой, левой ногой. И при этом отходим назад. Поворачиваемся.